Об этом мало кто знает, но артефакты времен Великой Отечественной войны попадаются недалеко и от нашего города, всего лишь в сотни метров от объездной дороги. Недавно там побывал поисковый отряд «Витязь» вместе с десятиклассниками, которые проходили военные сборы. Сборы – это одно из важнейших мероприятий для школьников. Своего рода это подготовка к предстоящей военной службе. Во время них ребятам рассказывают про быт и размещение служащих, показывают военную технику, обмундирование и многое другое. Но самое интересное ждало десятиклассников впереди. Они побывали на раскопках в поисках предметов военного времени. Поисковое движение в Рассказовском районе только вот начинает у нас активно проявляться. Мы как отдел образования в рамках пятидневных военных сборов десятиклассников, которые у нас проходят с 4 по 8, мы сегодня приехали на место, где формировались полки и отправлялись на фронт. Школьникам показали место, где во времена Великой Отечественной войны происходило формирование полков. Ребята увидели траншеи и углубления под землянки. Посмотрели они и на предметы того времени. Это различные кухонные, утварь, каски, гранаты, снаряды, гильзы и даже оружие. Последнюю категорию представляют такие экземпляры, как пистолеты «Вальтер» и «Наган», сигнальная ракетница, а также русские и немецкие карабины и автоматы. Все это ребята с удовольствием брали в руки, рассматривали, прицеливались, перезаряжали. В процессе всего мероприятия о событиях военного времени, происходивших на Рассказовской земле, рассказывал командир поискового отряда «Витязь» Александр Саяпин. Мало кто знает, но у нас в Рассказовском районе, буквально вот в 100 метрах от объездной дороги, проходило формирование воинских частей. Практически весь лес находился вот в этих формированиях. С тех времен остались здесь еще окопы, блиндажи, траншеи. Ну, хотелось бы ребятам показать и рассказать. Ребята познакомились с самым главным оружием охотника на сокровища. Им рассказали о принципе работы металлоискателя и даже предоставили возможность самим попробовать себя в роли поисковика. Мне нравится заниматься строевой подготовкой. Мы занимаемся разборкой и сборкой автомата Калашникова, магазина автомата Калашникова. Сегодня мне очень понравилось ходить по лесу с металлоискателем, искать разные вещи военного времени. Нашли гильзу. Очередной день военных сборов принес ребятам заряд положительных эмоций. Самое главное – это то, насколько вылазка на это место была познавательной. Школьники узнали целую главу жизни родного края, прикоснувшись к найденным артефактам военного времени. Николай Теплов, Александр Прокудин. Новости ТВ «Рассказывай».